В Тюмени проверяют теплосети на прочность, чтобы выявить утечки и неисправность внутридомовых коммуникаций. Специалисты добавляют в теплоноситель органический реагент уранин-А. Поэтому в кранах жителей может пойти зеленая вода. По словам экспертов, краситель безопасен для людей. Система теплоснабжения города Тюмени выполнена по закрытой схеме. В закрытую схему разрешено применение реагентов. Мы будем применять два реагента. В два этапа это будет все происходить. После проведения первого этапа мы при обнаружении утечек их незамедлительно устраняем, после чего переходим на второй этап. На втором этапе в теплоноситель добавят бесцветный и также безопасный реагент, но уже с медицинским запахом. Это делают для защиты трупа от биологической коррозии. Проверку проводят в районе улицы Авторемонтной, а также в Матмасах и Антипино. Под испытание попадает 141 дом и 23 учреждения. Завершатся работы 10 марта.